Здание восстановить, территорию облагородить. Школа номер 43 в Затвияжском районе скоро преобразится. Сейчас здание на Севастопольской больше напоминает руины, нежели объект, пригодный для образования детей. Горы мусора, выбитые окна, провалившиеся полы и разрушенное крыльцо. Школу можно смело использовать в качестве локации для фильма про постапокалипсис. Но учреждение еще послужит ульяновским детям. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. Губернатор Сергей Морозов выехал на место, чтобы ознакомиться с планом грядущих работ. Суммы обговорили с чиновниками. Где-то 30-40 миллионов рублей для того, чтобы, так сказать, было не только суперкомфортно внутри школы, вокруг школы, но и микрорайон. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. Это необходимо для создания центра цифрового, гуманитарного и инженерного образования. Направление разделят. В гимназии будут готовить к творческой деятельности, а в школе растить технарей. То есть на базе этого вот учреждения будут открыты учебные классы с мягкой предпрофилизации с 5 по 8 класс и предпрофильной подготовки 9, и уже профильная подготовка – это 10 и 11 классы. Школа номер 43 рассчитана на 600 детей. Ремонт учреждений запланирован на 2020-2021 годы. Сначала заменят крышу, окна, двери и реставрируют парадную. Также заново проведут отопление. В ремонт коммуникаций будет вложено 24 миллиона рублей. В улице, которые находятся рядом, тоже вдохнут новую жизнь. Преображение коснется территории Севастопольской, Стасова, Рябикова и Богдана Хмельницкого. Виктория Черкова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.